капитан команды БК «Политехник». Вторая победа над действующим чемпионом страны. Сегодня первая победа в Суперлиге домашняя. Как вы прокомментируете, как удалось обыграть сегодня черкасские «Мавпы»? Ну, в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков, всех зрителей с победой, с долгожданной. Наконец-то открыли сезон домашних побед. Спасибо за поддержку. Очень чувствовалась атмосфера в игре. Ну, что хотелось бы отметить, сегодня сыграли как одно целое. То есть и в защите, и в нападении доверяли друг другу, поддерживали друг друга. Плюс на скамейке ребята тоже чувствовалась поддержка, и поэтому за счет этого мы выглядели сегодня сильнее и как результат победили. Если сравнивать, какая игра была сложнее, на выезде или дома сегодня? Сложно сказать. Наверное, сегодня, потому что ну, психологический какой-то момент, что мы у них выиграли и как-то дома тем более хотелось выиграть больше, наверное, еще. И поэтому вот вторая чисто в психологическом плане. Плюс у них играл сегодня Янг, то есть у них дома, ну он как бы лидер, тоже настраивались на это.